Всем привет. Всем привет. Мы с Украины. Но они легкие, видишь, что даже... Я не помню, какой стороной. Вот так? Вот так. Зеркала нет, я так не сделаю. Прикинь. Как можно? А как ты не чувствуешь? Под глазик просто положи и все. Вот так? Да. А. Вот так? Поправляй. О, ты такой красивый. Ай! Холодная, это оно же так и ненавижу этого. Так а ты знаешь, какой эффект вообще-то? Смотри, чтобы оно мне только в глаз не влезло. Блин. Так ты глаз открывай, оно не влезет. Да. Какой ты красивый. Они блестят. Идет, кстати. Не идет? Они прозрачные и блестящие, с блесточками. А я себе купила черные. Я сегодня не слышал ни одной этой тревоги. Вообще, по-моему, не было, да? По Черкасской области была в этой... Я же сделала чай с булками и с печеньками. Да, будешь должна. За то, что я сделала тебе чай с булками? О, да, вот это вкуснячек. Будешь должна говорить. Да я шучу, я ж в приколке поговорю. Да ладно, ладно, что я уже тебя не знаю. Не заправленная. Это все не на моей совести. Не заправленная, потому что сегодня уборка. Все стирается, моется, убирается и делается новое. Поэтому оно не заправленное, потому что оно будет сниматься. Сейчас все подумают, что я оправдываюсь. Оно, по сути, так и есть. Ты с собой разговариваешь? Да. Полчаса. Еще полчаса? Полчаса. Оно еще скажет часа. Часа. Чача скажи. Что? Чача. Чача. Чебурек. Чебурек. Чихуахуа. Чихуахуа. Чаплин. Ну, нет. Чаплин. Чаплин. Чебурашка. А что ты пристал? Ну скажи, что-то у тебя с буквой Ч. А ну, Чебурашка. Чебурашка. Чокнутый. Чокнутый. Чича. Я такие слова Чича. Не знала на букву Ч. Чича скажи. Чича. У тебя с буквы Ч где-то. Я бываю на букву Ш. Где-то у меня такая прям Ш. Щука скажи. Щука. Ну, нормально. Я не могу по запросу, когда меня просят. А любовь? Любовь. Рак. Рак. Что ты делаешь? Убираю. Ты сказал без себя не убирать, поэтому пока ничего не убираю. Ого, май гад. Лав. Попробуй. Я купил интересную штуку. Ну, один попробуй, мне интересно, как тебе будет в розовой маске. Ого. А я себе тоже хочу, только такую какую-то желтую, понял? Знаешь, какую надо было сделать? Желтую и синюю. И мы бы с тобой как флаг Украины были бы. А такие есть желтые и синие? Смотри, это у меня даже ушки есть. Желтая и синяя. Надо с ресницами. Я сделаю 1 числа ресницы. Ну да, у тебя же ресниц нету, ё-моё. Буду как кошка. Кошка. А я твой Бэтмен. Ты будешь моя кошка. А я твой Бэтмен. А я тебя так научила. Будешь моя кошка. Класс.
Розовенькая, красивенькая. Все, как я люблю. Только в халат мой сними, потому что ты в моем халате. Мне вообще-то холодно. Холодно? Угу. Давай. О, тут и нормальная. Слышишь? А ну подержи, я одену. Подержи еще. Давай, ухаживай. Тяжело? Давай. Нет. О, может уже снимать эти патчи? А? Не любишь ты, да? Да все, хватит я на тебя. А удобная? Да? Угу. Ты таблетку выпил? Теплая. Таблетку выпил? Да. Когда? Не, только серьезно что... спрошу. Точно? Да. Молодец. Лимонадом только запила, но то такое. Футболки лазит. Может, ты оденешься? Нет, так мне надо. Ну, могу одеться. Ну, так лучше оденься. А у тебя нету даже ничего, чтобы я оделась. Ну так. Что же я виноватый, я тоже. Виноватый. Да, у Ники здесь нет, ребята, вещей вообще. Она только может привозить вещи, забирать вещи потом все и уезжать всегда. Жаль. То у нее привычка такая. Она приезжает, потом собирает вещи. Я ухожу от тебя. Ты меня не любишь. Да ладно. Ну надо, тогда мы... Я шучу. А что у тебя нету никаких шортиков? Угу. Ничего тебе нет, не розовая маска такая интересная, ребят. Красиво. Она такая чудная, да. А когда ты откроешь свое лицо? Когда? Угу. Ну, не скажу. Надо же четко знать, когда ты откроешь. Когда у меня будет настроение, когда у меня будут ресницы, брови. А, это только из-за этого? Когда у меня будет... Она не хочет показываться на Ютубе. Она говорит, вы будете все... Но меня все очень сильно ищут и просят, поэтому я уже начала задумываться. Mm. Я хотела потянуть немного подольше, но... Да давай ищи, что ты там ищешь, там хочу полчаса. Я хочу шортики зеленые. Да нет у меня шорт. У тебя зеленые шорты? Нет. А где уже нет, шортики? Все. У любовницы. Я не знаю. У любовницы? Да. Я нашла зеленые шорты. Это мои дубайские шорты вообще. Нет, самое... какой любовница? Как у какой? У каждого мужчины есть любовница. А что вы говорите? А что вы говорите? Любовница есть. У каждого прям? Да, у каждого. Да? Угу. Ну, никакая женщина об этом не знает никогда. Потому что мужчины всегда обманщики. Они обманывают своих женщин, в частности. Типа придуриваются, что у них нету, на самом деле у них есть. Вот такой ты, да? Не, я нет. Ну, понятно. Не. Да, да. Да, ну, перестань. Ё-моё. Вот это за всё твоё хорошее только что было. Господь Бог меня наказал. Вот то, вот то. Ты прикинь. Ты прикинь, Женя? А тепло в этой, в кепке? Во-первых, это не кепка. Шапка. Очень тепло. А рога что у тебя тут? Так оно же так задумано. Да, с рогами? Такая масочка с ушками, а не с рогами. Ого, что это? А что ты мне щетку не купил? Себе купил, а мне нет. Ну, потому что. Я не покупал талера, мне купила щетку вообще-то. Да? Угу. Ну, ребят, посмотрите, ну, какой. Кто это купил? Это Женя купил мне фен. Угу. Мне не было как сушить волосы. Это уже давно, да? Женя купил мне фен, да, давно. Мыло. Это Лера мыло дарила тебе, да? Да, 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 да. Оно, кстати, очень вкусно пахнет, должно по идее. Угу. Но его даже открывать жалко. А это можно было и выбросить. Зачем тебе пустой флакончик? Там еще есть чуть-чуть. Зачем выкидывать? Так ты допшикай со старым, а потом открывай новое. Хорошо. Давай, я что, интригу создал? О, коробочка твоя. А на каких айфонах начали делать черные коробки? Ну вот 12-й. 12-й? Да. А тебе какая больше нравится, черная или белая? Там мне пофигу вообще, мне же не коробку носить с собой в кармане, а айфон. Ну, это пледик, да, или что это получается? О, ребята, смотрите, что здесь есть. Женя! Пати, школа для секса. Да. 1+1, ничего себе. Это... А ну покажи, что это вообще такое? Давай посмотрим. Ребята, это, кстати, сексуальные игрушки какие-то. Это Ника таким балуется.
Сразу яд. Сейчас Это посмотрим. конфеты. И смотри, какие красивые. Черненькие, желтенькие и розовенькие. Это, я думаю, что черные это самые жесткие Это вопросы задания какие-то. какие-то или что? Это, наверное, самое типа лайтовое такое, А ну самое покажи спокойное. какое-то. Одну вытягивай. А там, наверное, надо открывать ее. Там что-то внутри. А, вот! Желтые конфетки это вопросы. Ну. Вот вопрос. Да. Розовые это романтические действия. Ну, романтические действия, да. Романтические действия сзади. Ребят, сейчас проверим. Так, Ну, закройте прикольно. глаза, правильно разденьтесь, партнера, потом немного трогая его, понюхайте каждый миллиметр его тела. А черные это очень интимные вещи, смелые и шалени, как это будет Ничего по-русски. себе, а ну черную. Смелые это шалени. О, так прикольно, сзади. Черная. Играйте дальше без одежды. Ха, играйте далее без одягу. Ти поняла? А ну що ще є? Шоколадка треба зразу з'їдати, якщо тільки самогра не має на них своїх еротичних планів. Ну, можна, коротше, просто конфету з'їсти і все. Доведіть партнера до оргазму руками. Хух, прикинь. Вот А это я думала, конфетки. що вони просто, ну, типа. Секс какие-то игрушки, я офигею. Это Ника занимается таким, она любит эти всякие В фишки, да? деяких пантах, да, я люблю, вказано, скільки треба виконувати дію. Та якщо ви трошки захопитеся, то дуже добре. Обов'язково Нічого помножте себе. насолоду шоколадкою, а дограти можете потім. Ну ладно, тогда выключаем свет. Прикольно. А я думала, що вони просто, Тогда, типа. ребят, выключаем свет. Ложи конфеты, и мы начинаем игры. Все, Класс. всем пока. Курточка получается и синяя, и желтая. Что? Чем это говорит? Это говорит... Ник, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы с Украины. Да. Доброго вечора, мы с Украины. Доброго вечера, мы из Украины. О чем это Боже, говорит? смотрите, что тут ужас. Не ужас, а все Это Ника равно навела такое тут. напряжен. Не, ну она молодец, она уже тут все по Напряжен. шуклядкам, что-то поскладывала. Ну. Смотрите, как она здесь уже навела порядки. Это все Ника. Здесь. Они просто видели, что было. Да, здесь все пусто. Вот нормально все поскладывала. Убирает, убирает. Молодец. А что это такое? Не знаю. А, За... это для татуировок наклеивать на татушку, на тело. Кутягуй. О, макбуки. было время. Было время, был богатый. И книжка, которой уже, блин, на больше 100 лет. Никто уже вон там пылесосит. В общем, практически, ребят, здесь уже все чисто. Осталось только вот вещи поотдавать. Очень много пар джинс, очень много. Я не знаю, сколько здесь. Лекарства вальцик, так что если кто смотрит с Украины, кому-то надо, у меня 3 полностью запечатанных пачки, так как я купил не те когда-то. В общем, как-то так. Вот. А, ну, ты же много лимона. А что ты готовишь? Что-то кушать? А оно нормальное? Это то, что я когда-то, да, покупал? Да. Я просто. Кушать, кушать, кушать. И помидоры открыть надо, да, наверное? Блин, тут уже пусто все. Да. Пусто! Ну, сейчас хоть еда будет. Я же не умею твои открывашки открывать. Но кто открывает, банка режется. Сейчас я открою. Знаешь, что я этот вычитал? Сейчас в каждой группе скидываю по поводу того, что пропадают люди. Нет. Беженцы бегут с Украины через границу, там, поняла, там пишут номера А, что телефона. беженцы пропадают, женщины пропадают, да, Да, девушки? берут в секс-рабство. Потому что где-то они же прикидываются волонтерами,
И просят документы, забирают документы и увозят. Я тоже слышала, Ты что представляешь, блин, тупо забирают. Ребята, если кто-то с Украины что едет, пропадают и не девочки, ведитесь. женщины. Документы никакому волонтеру никогда не Они же там отдавайте. прям сразу с вокзала Да, прикидываются эти женщины, волонтерами там всем. мужчины одевают на себя соответствующую одежду, да, вот эти всякие там светоотражающие. Одежда специальная, якобы это волонтеры с надписями «Волонтер», никому никогда не Поэтому отдавайте я свои говорю, не документы. садитесь в автобус и Да, никуда никого. Куда вас отправляют, только должно все быть официально. Никакие документы там. никогда, никуда, никому, не дай бог. Потому что все, в секс-рабство попадете, никогда больше не вернетесь. Тем более молодых девочек они отбирают. И вот так вот. Вы вроде бы бежите со Да. стороны от войны, а попадаете, хрен знает еще в какую жопу. На горе еще Да ты наживаются на прикинь, блин, лошадях. и все. Тебя больше никто никогда не найдет, потому что под войну это очень страшно. Представляешь? Да. А что, кто-то пропал? Да, блин, массово пропадают люди. Уже пишут во всех, блин, а у нас предупреждают. Предупредите всех своих там и аудиторию, и своих близких, родных. А понимаешь, как получается? Мужчин не выпускают, и женщины едут с детьми сами. Ищут помощь. Да, ищут Кто-то помощь. предлагает Мужчин рядом помощь. нету, и под этот шумок, получается, женщины не понимают, где оставаться, приезжают кому-то оставаться, и все. А ты расскажи, как 19-летняя девочка. Куда-то, я не помню, вроде в Польшу она поехала. И сказал какой-то мужчина, что он ей поможет, там, приведет все, и он ее забрал и изнасиловал. А, да, у нас тут такое, ребят. 19-летняя какая-то девочка. Ну, он Капец. потом побежал куда-то там скрываться, но его нашли все равно. Поляк, да? Да. И теперь ему грозит не просто за изнасилование, а за то, что вот, ну, как сказать, что такое горе у людей там в стране, и она бежала, искала помощи, и он воспользовался тем, что она ищет помощь, и некуда идти, что она в таком состоянии, в стране горе, война, и из-за этого ему больше срок там какой-то. Да его убить, заразу, надо, блин. Ты представляешь, Так что 19-летняя будьте девочка. аккуратны. Очень Отца тебе и все. это страшно, блин, помидор открыл, класс. Надеюсь, не пропадут. Да я надеюсь, нет. А что тут в этот лежит зарядка? Пипец. Потому что я зарядку свою не взяла, Она а с даже на собой место все так сложила. я буду сейчас заряжать. На, заряжай. Она же просто лежит на столе, который мы едим. Извини. В общем, вот такие вот страсти. Будьте внимательны. Потому что вы сами, девчонки, остаетесь и попадаете вот таким вот доверчивым людям. Будьте внимательны. Сейчас секс-индустрия, рабская вот эта вот индустрия, она развивается в первую очередь. Даже в Польше, ну ты можешь себе представить? Да, везде, в любой стране сейчас девочек вот так вот раз. И вообще заселяться вот так вот в квартиру. Вас приглашают, И ты же заселяетесь не ко знаешь, мне в кому ты комнату. попадешь, правильно? Тогда самое страшное, прикинь, тебе вот так вот приезжаешь, вроде все нормально, а тебе это скажут. Ну, я уже так об этом думал. Я тоже, когда был во Львове, поверь, я переживал там, когда тебя, твои хозяева, ну, которым ты подселяешься, они тебе говорят, будете чай, нам там один предлагал. Да может, чайку попьете? Я думаю, сейчас что-то подсыпят. Все. Попьешь. Ты пьешь, и тебя просто тела вывозят нахер. Ну, может и такое Не быть. дай боже, ты спать было очково, но хер его знает. Ты сейчас заснешь, тебе клофелином кладут, и всю семью нету. Сейчас под войну могут списывать, мама, не горюй. Жуть. Страшно. Даже я, ну, переживал. Я переживал за малую, там, ты что, я тебе говорю. Хер его знает. Куда попадутся? Ну да. Ну, нафиг. Так хорошо убрали комнату, с тобой еще кушать захотелось. Вкусные помидоры. Я больше люблю огурцы. Извините, приезжай домой, я тебе выдам огурцы.